История Анатолия Александровича Кириллова, более известного в воровских кругах как Толик Кирилл, рассказанная им самим. Родился 3 февраля 1933 года в городе Боровичи Новгородской области. Не закончил ни одного класса. Первый кошелек с 33 рублями украл в 7 лет. В 1940 году перед финской войной, когда матка послала за хлебом, тридцатки еще красные были. Попал в детдом в Вологде, где били и не кормили днями. Сбежал. Жили под Череповцем. Там же схватили и отправили в Ярославль, в такой же детдом. В 1944 году из Ярославля перевезли в Самарканд, откуда сбежал через полтора месяца. В 12 лет вернулся в Боровичи. 20 февраля 1945 года сел за карман по статье 162В. В кармане были карточки продовольственные. Тогда за карман давали по году, а за карточки по 5, смотря какой суд, потому что оставляешь людей голодными. Карточки можно было отоварить только в магазине по месту работы. Дали двушку. Пришел в Ковров, станция Федулова. Освободился 31 мая 1945 года. Была амнистия кому до 3 лет. В том же году 14 ноября снова сел по статье 162 в еще на 1 год. 6 февраля 1946 года пришел в Осташково, озеро Селигер, Нилова пустынь, колония для малолетних преступников. 18 января 1949 года пришел на крытую малолетку в Белозерск, одна из 3 открывшихся тюрем для малолетних преступников, где из 30 малолеток было 8 фраеров, остальные воры, только у 9 было по десятке срока, у всех остальных по четвертаку, 25 лет. На малолетке назывались ворами в 12-13 лет. В 1950 году с Белозерска вывезли в Шексну. 27 марта 1953 года освободился по амнистии по случаю смерти Сталина. 24 июня 1953 года сел в Питере за указ СТ-2Ч2 указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1947 года на 15 лет. Из Питера одним этапом шло 450 воров, подсаживались в Риге, пришли в пустую зону. Выходили на работу, подсыпали пути на котлас. Тогда бригадиры были ворами. В 1954 году Си-26 и краткой шахты пришел на Мульду, где было 7 спецов, колонии особого режима. В одной верхней зоне находилось 600 воров, в том числе много старых колымских, как Иван Хлюст, Чапаинок, Костя Гитлер, Толик Гондон, и в нижней около 300. На Мульде жил с Бриллиантом в одном бараке, но в разных секциях, около столовой. В семье Бриллианта было 7 воров, в том числе, Ёж Ванька, Кошель Ванька, Витька Золотяк, Ашот Рубленый. Бриллиант из них был самым молодым. В 1955 году с Мульды разгоняют. Пришли с Бриллиантом на 29-ю зону, видные около Воркуты. Первый си концами свалил монгол Санька, который в 70-м году судился за разгоны, следом Чижгенко, тоже с концами, потом москвич с 18-го года. Третьим бежит Бриллиант и двое четверташников. 23 апреля 1958 года судился на Воркуте, снова за указ. Вдвоем зарезали бригадира. Тогда впервые покурил план. Дали 20 лет с отбыванием первых 5 в тюрьме. В 1958 году встречался в Крестах с Джабой, когда шел в Старую Русу. Джаба шел скрытый Выборга в Ухту на восьмерку. Вместе с Джабой шли Леха Лезгин, Витька Замок, Юрка Крошка. С 1958 года был вкрытый в Старой Руси. Тюрьма на 350 человек, в камерах по 5 человек. Сидел в одной камере с Васькой Очком. Хозяином был майор Степанов. За это время в тюрьму пришло 60 воров, выехало только 12, в том числе Очко, Стропила, Ромка, Гурам Арутюнов, Жень Каметинский, с которым вместе были на Воркуте. 3 марта 1961 признали особым, аур особо опасный рецидивист. 17 июня 1962 года по окончании крытый пришел в Мехрингу на Пуксозеро, где было 6 особых на 1 и краткое северный. Воры, в основной массе, находились на 14-м. На 1-м было 8 человек, в том числе Володь Колысый. 11 сентября 1962 года совершил преступление, ударил скобой бригадира с Вышнего Волочка и помощника культорга.
Хотели осудить, но потом дело прекратили, дали год одиночке и отправили на 14-ю, где находились Говнюк, Швейка, Очко, Резанный и Коба. Позднее скрытый пришел Юрий Палыч. В 1965 году с семерки Смехринги 108 человек шестью партиями ушли на Колыму, в том числе в последней, шестой, партии Малина. 22 августа 1965 года пришел на зону Амчак. В зоне находилось два вора, в том числе Миша Дурак, по фамилии Куянец, сам Сажданова. Чифирил, заворачивая в самодельную кружку половину 250-граммовой плиты. Через 2-3 месяца заболел и скоропостижно умер в центральной больнице в Сусумане. Кирилл тогда уже сидел в следственном в Магадане за новые преступления. 9 сентября 1965 года вместе с Володькой женихом зарезали за в бане молдавана, который избил его близкого. Дали 8 лет, тогда статья 108 была до 8 лет, поглощенные предыдущим приговором, в том числе 5 укрытого. Вместе с ними судился вор Серега Прыщ, который в резне участия не принимал. С 10 на 11 января 1967 года пришел в Крытую Тобольска, где было 5 воров. Курский Витька Зверев по кличке Балденок, харьковский псих Васька имел 10 лет крытого, питерский Мишка – 25 лет крытый. С психом Кирилл 20 дней просидел в одной камере, пока не утянули в изолятор и место не заняли. Псих пришел в Тобольск в декабре 1966 года под Новый год с Верхнеуральска, откуда часть вывезли в Тобольск, а часть в Златоуст, где особых не было. Сидел в одной камере с Эдиком Зверем и Айкосом и 2,5 месяца с Малиной. В то же время в Тобольске находился Хасан Каликата, который в 1953 году был под высшей мерой за Вишневку. Когда тюрьма переполнилась, 2 раза по 100 человек, в том числе и Айкаса, отправили во Владимир. В Тобольске вместе с Шуриком Казанцем порезали мусоров. В 1967 году дали расстрел, потом заменили на 15 лет. 2 августа 1969 года пришел во Владимир. Хозяин был подполковник Завьялов, кум Фролов, по режиму Николаев. Когда узнали, что судился за мусоров, кинули к морально нечистоплотной публике, а там один из лохмачей узнал Кирилла, и его не тронули. Кинули к Юрке Говнюку в 86-ю камеру на первом трехэтажном корпусе, во Владимире 2 старых корпуса, 2,4, а 1,3 построены в 1947 году. Там же в это время находился Сиска. В 1971 году последний раз судился во Владимире на 15 лет. Сидел в одной камере Сицаца Бандзиладзе, 3 месяца с Вахадар Тмилидзе, 1,5 месяца с Бузулуцким, потом с Володей Горбатым, Лола и Киевским, еще с Кобой, Юрий Палычем, Туликом, Витальком Караваевым и Валеркой Грузиным. В это же время во Владимире находились Швейка, Мордвин, Куркуль, Руслан, Витька Царицынский, Ульянов, а также воры Сиосера, Валька Ингуш, Шахтер, Славка Москвич и Гавсек. 1 апреля 1974 года кинули к Юсупу и Бриллианту, с которым просидел 1 год 8 месяцев в 5-й камере в подвале. Потом с Бриллиантом сидели Цыпленок и Славка Рыжий. 20 января 1976 выехал с Владимира на Харпы. Си Харпов ушел на семерку в Ангарск, где пробыл 4 года. Сидел в одной камере с чахоткой и месяц с Рафиком Багдасаровым и Донцом. С Ангарска ушел на Вихаревку. С Вихаревки в порт Ванино. С порт Ванино на Убинку, где пробыл 8 месяцев. В 1982 году встречал Писа на пересылке в Кирове, когда шел с Убинки в Мурмаши. Писа тогда сел во второй раз. Когда был в Мурмашах, 3 раза получал переводы от Вахадар Тмилидзе, 2 раза по 300 рублей. С Мурмашей на Онегу, где встречался с Треской. Освободился 12 мая 1986 года с Коми, с Книжпогоста, отсидев без выхода 33 года 7 месяцев 26 дней, включая 16,5 лет вкрытый. В 1990 году, когда умерла мать Вера Степановна, приехал в Москву и жил у 3 вокзалов у Володьки Москвы и Женьки, потом в Валентиновке у Малины. Встречался у Малины с Красюком, Полтавой, Бешеным и Ушатым. Также с японцем, который приезжал с Балдой и Дельцом. На сходках Малине всегда первому давали слово. В день покушения на Шакра Молодого в июне 1993 года был вместе с ним.
В июле 1994 года встречался с Шахрастаром на похоронах Сереги Горбатова. В июне 1994 года был вместе с Коржом и Очком, когда его зарезали в Ялте. Встречался в Харькове у Коржа с Вадимом Тумановым. Навещал с Петрухой Орским в больнице на Каширке в Ахадар-Тмелидзе, у которого перед смертью случился инфаркт. В Иркутске встречался с бойцом. Потом был на 40 дней у него на могиле, где познакомился с Джемом. В 2003 году перестал красть. Начал получать пенсию. До этого 13 лет не получал. 30 января 2018 года Анатолий Кириллов скончался в деревне Везьмино Владимирской области, не дожив до 85-летия 4 дня. Царствия небесного!